Здорово, дипломаты! Здорово! Здорово, наркоминдел! Здорово! Как поживает революционное немецкое офицерство? Как? Забаррикадировались, понимаешь, сукины сыны, меньшевистым солдатом и никаких! Как солдаты? Говорить можно, но трудно добраться до солдатской массы, понимаешь? Только штыком, только штыком! О, ну и дурак! Ты очень мало видел, потому такой решил. Да я пробовал брататься, понимаешь? Не дают слова! Ладно, я с ними сам побратаюсь. А это кто? Из нашей ячейки спартаковец! Вот кто! Товарищ Шанс, мы, наши солдаты, не я. Говорите туда! Товарищи! 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 Геносен! Геносен! Немцы считались культурной нацией свиту. Тут он свет, фейер, дикость и варварство. И смерть они сюда привезли, в вашу страну, на своих штыках. Товарищи, как мне говорить с вами, как мне смотреть ваше лицо, товарищи? Понятно. Командир, ко мне. Говорищенко. Есть. На деревне Выщичи. Приготовить население к братанию с немцами. Быстро. Есть. Иванов. Есть. Немца понял? Понял. Все? Все. Двинуть полки с населения прямо на немецкие окопы. Есть. Ни единого выстрела. Есть. Армия, народ, лозунги, музыка. Есть. Двигай. Есть. Вам здесь нужно? С такой просьбой вы сюда пришли. Кто мы такие, вы знаете. А пришли мы поздравить ваших солдат с революцией в Германии. Приказ о революции в Германии я не получал? Это при чем вам так говорит со мной? Мне с вами говорить не о чем. Кто вас просил сюда? Какие прохвосты? Прочь с дороги! Товарищи солдаты! Да здравствует гражданская война! Да здравствует!
буржуазию! Имя меня буржуазии! Имя шляхов предателей! Що ж робити, пане полковнику? Замовчіть ви, українські свиння. Так, так. Ну що ж робити, загін зими рвіте? Що? Замовчіть ви, кукла. Якщо я утром розоб'ю этого чорса, то уж во всяком случае не для спасіння вашого пупенгетмана. Кстати, он уже удрал в Берлин. Що? Ради Бога. Що ж робити, пане полковнику? Що ж робити? Вы не умеете делать власть. Мне нужно ехать в Германию с оружием. Я немецкий офицер, ради черт бог, возьми. Ради бога, Morgen, Herr Polkovnik. Wie geht es Ihnen? Danke. Sagen Sie mir bitte, вы смерти боитесь? Нет. А вы боитесь? Не пугайте. Вы не имеете права ко мне прикасаться. Я не гетман. Я германский офицер. В эшелоне у германского офицера были куры, гуси, свиньи, телята. Сахар. Сахар. Вы вор и грабитель. Мы вас будем судить. Вот народ. Извините, меня может судить только немецкий народ. Хорошо. Позвать сюда немецкий народ. Все, что есть живого. Есть. Так, вы будете иметь народный суд присяжных заседателей. Битте, пожалуйста. Товарищ командир. Да. Немецкий народ прыгает. Есть. Так точно. Давай. Есть. Подсудимый встать. Товарищи судьи, подсудимый привел вас в нашу страну. Вор и убийца! Превратил и вас в воров и убийц. Фершензи? Я вор. Много еще можно сказать об этом. Но мы спешим, нам некогда. Прошу каждого из вас ответить за себя и за весь ваш полк погибших товарищей. Что с ним делать? Смерть! Смерть.